Постепенное ослабление карантина наконец коснулось и работы кинотеатров. После длительного закрытия свои двери откроют кинозалы по всей стране. Начиная с четверга, 2 июля 2020 года, в Украине открываются кинотеатры. Начать работу с начала июля им разрешил Кабинет министров на прошлой неделе. Принимать посетителей кинотеатрам разрешают только при соблюдении карантинных мер безопасности. При этом продавать билеты можно будет только на половину мест в зале или меньше. Согласно постановлению главного санитарного врача, кинотеатрам разрешают работать при определенных условиях. В частности, при входе обязательно должны быть места для дезинфекции рук. По возможности контроль входных билетов рекомендуют осуществлять с использованием сканеров штрих-кодов и аналогичных устройств. В залах посетителей должны размещать со свободой местом рядом, спереди и сзади. Но размещение рядом разрешается для групп до 4 человек, которые посещают сеанс вместе, при условии их рассадки на первых 4 рядах зала. Интервал между сеансами должен быть достаточным для проведения уборки и дезинфекции. Одностороннее движение в залах для раздела отдельных путей для входа и выхода. Персонал кинотеатров обязали придерживаться списка условий. Носить маски и перчатки. Проходить температурный скрининг перед работой. Не допускать к работе сотрудников с температурой выше 37,2 градусов.